Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. In few minutes, we're landing at Moscow Sheremetyevo Airport. Please fasten your seatbelts and switch off all electronic devices. It was nice to have you on board. Thank you for flying China Airlines. Эта слэпиграмма посвящается Эдварду Сноудену. Наивный мальчик Сноуден Эдвард был столько лет спецслужбам предан, но в одночасье он прозрел и ясно вдруг уразумел, что ЦРУшные инструкции противоречат Конституции. В крутом карьере повороте, представив правду без прикрас, он в Шереметьево болоте на несколько недель увяз. Теперь здесь будоражит всех визг бритых поросят. Щетина тупит бритву, который день подряд. От этой зряшной и докучливой работы у местных парикмахеров лишь беды да заботы. Такая мутная история, ты в муте плавать не берись. Служить какому благородию уж поскорей определись. Как вам нравится Москва?